Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Юлия, и в этом видео я затрону интересную и очень важную тему для каждого из нас. И поэтому приглашаю всех и каждого, и вас, да-да, и особенно вас. Тема ролика – утренние привычки. Я буду рада поделиться полезными привычками, которые проделываю каждый день. И надеюсь, все они или некоторые из них подойдут вам и сделают вашу жизнь еще ярче и энергичнее. Проснувшись, мы, не замечая, на автомате начинаем свое утро. И здесь утренние привычки играют огромную роль и определяют эффективность нашего дня. Итак, первое. Просыпаться пораньше. Ранний подъем позволит вам успеть сделать многое, и у вас еще останется куча времени. Для успешного подъема вам необходимо будет поставить ваш будильник или телефон как можно подальше от себя, чтобы на утро вы не смогли без конца выключать будильник, а ваш мозг не успел переубедить вас просто опять-таки заснуть. Второе. Не проверять телефон. Проверяя телефон или социальные сети, не стоит. Это крадет у вас просто кучу времени. Стоит нам только зайти, как выйти оттуда, ну, очень сложно. Да и к тому же, у вас еще целый день впереди, и вы еще успеете там зависнуть. Следующее. Выпивайте стакан воды. А зачем же нам пить воду? Факт, что наш организм состоит на 80% из воды. И в течение ночи мы теряем много влаги. И чтобы пополнить баланс, нам необходимо выпивать стакан воды. А лучше с добавлением лимона и ложки меда. Будьте осторожны, у кого есть проблемы с желудком. Проверьте и немного подлечите свой желудок перед употреблением этого эликсира. Преимущество воды с лимоном. Наш организм имеет слабо щелочную среду, исключая желудочный сок. И лимон отлично ощелачивает организм. Но лимон же кислый, скажете вы, и вы будете абсолютно правы. Но попадая в наш организм, а точнее в пустой желудок, происходит реакция ощелачивания. Каждый день, употребляя термически обработанную или консервированную пищу, мы окисляем наш организм. Чем самым происходит брожение, появляются бактерии, обезвоживание и еще куча последствий. Если кому-то интересно, пожалуйста, пишите в комментариях, я сниму отдельное видео. Так значит, лимон отлично восстанавливает щелочной баланс, укрепляет иммунную систему. Со временем вы заметите, что вирусы просто обходят вас стороной и даже в зимнюю пору. Лимон богат калием, что запускает работу мозга и нервной системы, предотвращает появление камней в почках, а также обладает антиоксидантными свойствами. Физические упражнения. Затрачиваем 5-20 минут на пробуждение нашего тела. Ходьба, прыжки, бег помогают циркуляции крови и отлично заряжает. В конце каждой тренировки советую делать растяжку. И если есть у вас такая возможность, заниматься на улице, так как солнечный свет помогает в выработке витамина D, которого так часто нам не хватает. И именно утренние упражнения отлично запускают метаболизм лучше, чем в другое любое время дня. Медитация. Хотя бы 10 минут медитации каждый день дают огромные результаты и улучшает ваше душевное состояние. Научно доказано, что медитация уменьшает стрессы и тревогу, а также помогает разобраться с вашими мыслями и, как говорится, поставить все точки над «и». Следующей полезной привычкой является принятие душа. Утро – отличное время для контрастного душа. И неважно, на улице зима или лето. Контрастный душ согреет зимой и охладит летом. Также он улучшает кровообращение крови и вывод токсинов,
А для женской половины он очень полезен. Если вы правильно будете принимать душ, он подтянет кожу не только вашего тела, но и лица. Следующей полезной привычкой является составление плана. В идеале, если вы подготовите его с вечера, но кому удобно, можно составить его с утра. Неважно, он будет длинный или короткий. Он вас мотивирует, и вы будете осознанно выполнять все запланированное. Сбалансированный завтрак. Позавтракайте легкой и энергетически богатой пищей, например, такой как фрукты, соки, смузи, а для тех, кто любит каши, отлично, можно приготовить и их с добавлением ваших любимых фруктов. Есть куча разных рецептов, которые найдут путь к сердцу любого гурмана. Если вам будет интересно, пожалуйста, пишите в комментариях, я сниму видео и на эти темы. Все вышеперечисленные привычки отлично помогают и заряжают на весь день и занимают всего лишь 30-40 минут. Вы можете подогнать их под себя. Самое главное, чтобы они вам приносили радость. Я надеюсь, что данное видео было для вас полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь, а также делитесь с друзьями. Впереди вас ждут много интересных и полезных видео. А я с вами попрощаюсь. Пишите, а какие полезные утренние привычки проделываете вы. Я желаю вам море успехов и океаны любви. До встречи на следующей неделе!